Работа самого привода. Левую кнопку первой я запрограммировал на открывание, закрывание. Вот как это работает. Он начал открываться. Другой контактом 2, вот он загорелся. Мы остановили ворота. Я опять их продолжаю включать в ту же сторону. Вот. Могу нажать остановить. Включить в другую сторону, нажать, и сейчас они закроются. Сейчас дойдет до внутреннего конечника. Все. Ворота закрыты. Ворота открываются. Теперь закрываются. Все, всего 2 провода.